Гирлянды, елки, бенгальские огни и фейерверки. Без них не обходится ни один Новый год. Готов ли наш город встречать Санту? И куда пойти жителям за новогодним настроением? Именно об этом сегодня в праздничном выпуске проекта «Городская среда». В Кривом Роге по традиции в каждом районе устанавливают елочный городок, иногда не один. Лесные красавицы не похожи друг на друга, в основном искусственные, хотя есть и исключения. Украшают все деревья по-разному, где-то огромными стеклянными шарами и светодиодными гирляндами, а где-то просто светящимися инсталляциями. Главной считается елка в парке героев, именно к ней съезжаются жители со всего города. Оформлена она неплохо, светится и загорается отдельными участками. На остальных деревьях гирлянды висят хаотично, по принципу «и так сойдет». Каждый может разглядеть в этих беспорядочных картинах что-то свое. Я, к примеру, вижу оленя. Здесь есть и палатки с едой, можно прокатиться верхом, на машинках и даже на праздничном фургоне за 30 гривен. Огорчает лишь одна особенность. Ровно в 8 часов вечера елка гаснет, и гости расходятся по домам. Напоминает комендантский час. То если, к примеру, в данном городе, вот именно в Кривом Роге, устраивать как можно больше таких ярмарок, именно чтобы вот каждый домик, как бы каждая компания представляла какой-то вид кухни, то есть разнообразие именно в еде, это будет сплощать всех криворожан, и также из других городов, я уверена, будут приезжать. В прошлом году елочный городок на соцгороде выглядел точно так же. А вот куда подевались инсталляции водопада у фонтана и светодиодные олени с 2013-го, неизвестно. Видимо, канули в лету или кому-то на дачу. Никакая искусственная елка не сравнится по красоте с настоящей. Даже в Европе и США, где все заботятся об экологии, живые елки продают и ставят на каждом углу. В 2011-м главную лесную красавицу для Папы Римского привезли из украинских Карпат. В нашем городе всего 3 настоящих, из них живая лишь одна. Скромно растет она уже более 30 лет в Терновском районе. Украшена довольно скудно и сдержанно. А вот сквер неподалеку совсем другое дело. Здесь светодиодами оформили более 30 деревьев. Вышло действительно стильно и по-новогоднему. Такая себе праздничная аллея. В нашем городе она, к сожалению, единственная. В Долгинцевском и Покровском тоже установлены живые ветки ели. В металлоконструкцию вмонтировали несколько сотен хвойных деревьев. Вышло красиво и натурально. На 44-м квартале умельцы украсили лесную красавицу очень стильно, согласно современных европейских тенденций. Много фонарей, скромные украшения и бантики. На Дружбе поставили несколько ярмарочных домиков, а вот возле ДК Центральный их более 10. Попробовать можно шашлык, национальные блюда, сладости, напитки. Издали напоминает словацкие вьяночные торги. Есть качели для детворы, много света диодных украшений и инсталляций, а еще фотозона. Я фанатка, вот даже и в Австрии, в Вене, например, вот эти вот тоже площадь, которая создается с этими с ларечками, где ты можешь попробовать какие-то национальные блюда. Я думаю, наши блюда тоже ничем не хуже, это можно как-то все организовать более интересно и атмосферно, скажем, не сухо, а так, как это должно быть, на уровне. В центрально-городском районе елочка установлена у фонтана на Почтовом. Она довольно компактная, высотой около 10 метров. В тандеме с подсветкой театра Шевченко смотрится скромно, но стильно. На ней новогодняя атмосфера за бюджетные деньги заканчивается. В помощь искусственной красавице частные предприниматели установили светодиодные и деревянные фигурки оленей и украсили деревья. Излюбленное место для фотосессий жителей района. Желаю всем большой мешок счастья. Жителям Саксаганского района, так же, как и другим, настроение поднимает 15-метровая искусственная красавица. Помимо нее установлены также светодиодные конусы. Вечером здесь собирается молодежь и родители с детьми. Иногда приезжают палаточники с едой и напитками. В новогоднюю ночь сюда съедутся неспящие со всего района. Thank you.
самая отдаленная от города елка находится на Энгульце. Жители за новогодним настроением выходят на главный проспект жилмассива к бывшему кинотеатру. Здесь помимо елки установлены детские качели и горки. Родители сетуют, они давно требуют замены и ремонта. То нога у малыша провалится, то и вовсе целиком застрянет. Ранее Ингок устраивал для энгульчан богатые новогодние фейерверки, знаменитые на весь город. Но в этом году их, скорее всего, не будет. А вот главная елка района, которая считается едва ли не лучшей в городе, находится на Югоке напротив Дворца культуры. Огромное 20-метровое дерево украшено двумя сотнями метров гирлянд, сотней разноцветных игрушек и двумя десятками звезд. Над головой установили целое панно из светящихся огней и светодиодный фонтан. Красиво и празднично. И так каждый год. Перед Новым годом идет снег, это признак того, что все по-настоящему Дед Мороз существует. В этом году новогоднюю атмосферу приходится поддерживать искусственно. Снег растаял, поэтому и с новогодним настроением у многих проблемы. Что может поднять его лучше, чем выбор новогодних подарков? Многие идут протоптанной дорожкой и дарят сладости, а ведь лучшим все-таки считается сюрприз, сделанный руками. Не обязательно собственными. Уникальные свечи, натуральное мыло, пряники различных форм и расцветок, мягкие игрушки, головные уборы, деревянные фигурки и другое можно купить на ярмарке хендмейда в торговых центрах Кривого Рога. Даже собственный дом легко украсить необычными вещами. Главное знать несколько лайфхаков. Новый год – это всегда семейный праздник, это собирается вся семья, это тепло, поэтому очень часто и такая тенденция идет на природные материалы, тоже дерево, те же шишки, там можно даже с детьми пойти насобирать веточек, но Новый год – это очень яркий праздник, можно добавлять красных шариков, красных ленточек, каких-то даже бусин, и вот сочетается с природой, и это будет очень хорошо смотреться. К сожалению, днем на улицах тяжело ощутить новогоднюю атмосферу. Диоды гирлянд выключены, елки не горят. Лишь вечером, когда зажигают огни красных линий и елочные украшения, у жителей появляется новогоднее настроение. Вот так, к примеру, украшают деревья в Европе. Почувствуйте разницу. Вот так городские власти украшают трамваи в Будапеште. Выглядит настолько идеально, что даже становится неудобно за наш местный транспорт. В таком вагоне новогоднее настроение обязательно появится. Как видите, есть к чему стремиться. У нас днем атмосферы праздника, ее в принципе практически нет. Да? Мы очень часто работаем в это время, и если выходим куда-то, то мы этого не ощущаем, потому что светло и ничего не горит. Если сравнивать с Европой, например, это Чехия, в Праге горит все даже днем, ты ощущаешь такую атмосферу праздника. То есть какие-то украшения присутствуют, да, возможно, технически какие-то более инновационные, более интересные, но это было бы круто, если бы у нас тоже в городе и днем можно было ощутить эту атмосферу. В Кракове новогодняя атмосфера напоминает сказку. В самом центре города, в районе Старого рынка, поставили необычную елку. Сделана польская красавица из сотни небольших треугольников. Можно прокатиться на белоснежной карете, запряженной породистым белым скакуном. Гирляндами украшены даже деревья, выставленные на продажу. В супермаркетах своя атмосфера. Здесь даже красочнее, чем на улице. Огненные каскады над потолком, светящиеся инсталляции и бесконечное количество огоньков на фасадах. Вот везде, особенно в польском поезде. Меня зовут Юрий Перепелица, и я передаю привет всему Кривому Рогу, а особенно и Недальшиной, специально для первого городского Кривой Рог. Наш город с наступлением темноты выглядит довольно празднично, но далеко не везде. Некоторые улицы украшены на скорую руку. А вот оформлением большинства дворов и парадных жителям придется заняться самостоятельно, если позволит фантазия и финансы. Взвесив все «за» и «против», пальму первенства мы разделили между двумя лесными красавицами – Ингулецкого и Покровского районов. Гореть и радовать горожан они будут до конца рождественских праздников. Если каждый сознательный горожанин сделает хоть небольшой посильный вклад, перестанет мусорить на улицах и украсит хоть маленький клочок земли, наш мир станет намного ярче и комфортнее.
Это последний выпуск этого года. И помните, вместе мы сделаем этот город лучше. Смотрите в первом выпуске 2017-го. Горы мусора, как в Кривом Роге решают проблему утилизации отходов и готовы ли криворожане внедрять практику раздельной сортировки.